Всем привет! Мы у себя на участке. Ой, пожалуйста, вот что Семён показывает и говорит. Видите, дети... Мы выбрались. Дети, да, папе закрыли. Теперь я могу с друзьями. Изоляцию вот сняли, да. Проша может играть с друзьями. Семён малинку поел уже, даже вымазался. Я только вот она кисленькая. Ну и что? Проша что-то у нас простыл немного. Сопливый. Холодно было, а он прохолодало, а он голый на улице побегал. Мама не уследила. Вот и дела. Сейчас пойду вам покажу, что у меня в огороде и что я буду сейчас делать. Проша будет играть с Семёном, правда? А потом с пацанами. Ну, когда пацаны приедут. Вот. Семён копается, смотри, чтобы он нигде не влип, не выпалился, и он копается. Хорошо? А я пойду, у меня, вон, видишь, целый куст красный ягод. Вон там мне надо собрать. Нет, ты не сможешь, там долго. Сейчас пойду, покажу. Ты уронишь на землю, их не соберешь потом. Семёна смотри. Я не уроню. Значит, смотрите, что. Лук у меня, грядки, все отлично. Растут, прополоты, видите. Все, как я сделала, поднялся укроп сразу. Что-то лук упал тут. Вот, эти все отлично, и трава не пошла после этого. Видите, отлично. Вот. А меня ждет... Сейчас покажу, какая беда у нас свершилась. Прохор, Семён! У меня есть две миски такие с крышками новые. Я вот взяла, и знаю, что у меня надо собирать ягоды. И вот смотрите, что. Сейчас покажу. Целый куст красной смородины. Видите, у меня тут хорошая смородина. Нужно собирать. Такая же у меня и синяя, но ее там поменьше. Синяя, черная. Черная смородина. Она еще, видите, спеет. Она может еще спеть. А вот какая беда у меня свершилась. Сейчас я вам покажу. Вот яблони. И вот лежат ветки. И я думала, это кто-то сломает. Но это мы сами виноваты. Посмотрите, когда-то маленькая была. И мы перевязывали. И забыли вот эту фигню снять. Пока не убираю, Ване хочу показать. Оно, короче, передавило. Дерево росло. Какие мы бестолковые. И сломалось. Теперь что делать, даже не знаю. Папа будет мне, наверное, рассказывать, достаточно будет этого, вот этих веток направлять. Или это слишком низко, я даже не знаю, короче, что мы тут утворили. Но вот эти ветки лежат, это тупо мы передавили. Вот. Ладно, среди вот этого вот колючек буду собирать ягоды. Сосед немножко покосил. Тут он не косил. Покосил только, чтобы нам бегать хорошо детям было. Наверное. Ладно, буду собирать. Цветы мои вроде бы все с деревьями прижили. Видите, немножко ива кучерявая страдает. Ой, это вообще засохло. Неужели они не примутся? Буду сегодня опять. Я их поливала. Ну, посмотрим, что будет. Сейчас тем более не жара у нас, чтобы с деревьями посмотрим. Ваня косит. Я собрала... ягоду. Видите, сколько? Много. Первая наша ягода. Смородина именно. Смотрите, сколько я набрала. Мяты набрала. Девочкам сказала, что угощу кому надо. Вот на три девочки у меня знакомые отписали, что им привезти. Ну вот я им такие букеты собрала. Сейчас отвезу. Правда, Сеструшка? Да, самое классное, да. Карантин кончился. Да, карантин закончился. Я теперь могу с друзьями. Прохор только сопливый немножко, да? Да. Вот. Мы так вчера у меня все как обычно. Ну. Ну, давай. Кашляет он. Ну. Сейчас поедем. Семушка, а ты как? Семушка развози сегодня не твои? Спал. А? Развози твои? Да, девочкам завезем моим, тетям. Девочкам, тетям. Одна где? А? Одна где? Сейчас узнаем все, где они. Одна на работе, наверное, возле Беломорска. А подарок, пахнет, да? Пахнет, правда? А у тети Олеси подарила подарок? Какой у тети Олеси? Мама, маме Глеба. Алина она. Тетя Алина. Тетя Алина.